Друзья, приветствую всех на канале Атаман Файв. Сегодня начинаю свой очередной влог. Сейчас у нас время уже 10 часов утра. Ну, я уже давно встал. Я встал в 7 часов для того, чтобы проводить Глеба в школу. Вот. И почему я только сейчас начинаю записывать это видео? Потому что все это время, где-то с 8 часов до 10, я занимался разбором документов, которые у меня скопили за последние, наверное, недели две, если быть точнее. То есть нужно здесь было ответить на кое-какие письма, позвонить, спросить, договориться и тому подобное. Также оплатить нужно было. Все это я сделал. Все это подшил в папочке, которые у меня есть и рассортированы. То есть у меня каждая папка для каждого как бы отдельно сделана. Чем я занимаюсь, куда я что отправляю и тому подобное. Как я сказал, на все это у меня ушло около 2 часов времени. Так что сейчас, именно сейчас, 10 часов, я начинаю свой сегодняшний видеоблог и сегодняшний день. Итак, вы хотели, чтобы я вам показывал, чем я занимаюсь дома. И сейчас, пока все на работе, пока все в школе, я занимаюсь тем, что мою посуду. Мою посуду для того, чтобы когда пришли все домой, все было бы чисто и было все в порядке. То есть я не знаю, моют ли ваши мужья, если эта женщина нас смотрит, посуду дома или не моет, но я это делаю, когда отдыхаю. Так что так. Посуды довольно-таки много скопилось почему-то за несколько дней. Так как Глеб у нас был на больничном 3 дня, понедельник, вторник, среда, он только сегодня пошел в школу первый день в этой неделе. И вот здесь немножко испачкал побольше посуды, чем запланировано было. А так у нас это происходит крайне редко, когда скапливается целая мойка посуды, так как все это за собой убирается. И все всегда чистенько. Но, как я сказал, сегодня мне приходится разгребать завал за последние несколько дней, так как и вчера. Мы, в принципе, вместе с ней были допоздна. И вчера просто мне тоже некуда было. Я сейчас занимался своими другими делами. И по дому некуда было помочь. Сейчас нужно еще будет, кроме посуды, поставить стирку. И уже потом нужно будет еще сбегать в магазин. То есть такие вот домашние хлопоты, да? Домашние хлопоты, связанные с работой по дому. Напишите мне в комментариях, мужчины, если вы меня смотрите, что вы помогаете своим женам в дом убираться? И в чем, если помогать, в чем заключается ваша помощь? Потому что моя помощь, допустим, заключается в том, что я помогаю мыть посуду, я помогаю пылесосить. Походы в магазины на мне все возложено. Также вынос мусора. Это чисто моя обязанность, вынос мусора. Осторожно. Вынос мусора, как я сказал. И что еще? Полы мыть нет, я не помогаю, Ирина этим занимается. Ну и уборка, такая вот символическая уборка, с вами, как я сказал. Вот здесь Глеб за 2-3 дня насвинчил сколько. Прям клюшка-клюшка. Каждый раз ест, берет и берет новую тарелку. Никогда за собой, никогда за собой не помоет. Сейчас прям одни тарелки. У нас есть посудомоечная машина, но
Если я дома, есть время, то я мою руками. Почему? Сейчас вам покажу. Потому что когда моешь посуду в моечной машине, когда моешь посуду в моечной машине, остается запах, запах химии на посуде. Мне это очень и очень даже нравится. То есть я не люблю, когда посуда пахнет каким-то сторонним запахом. То есть берешь бокал, чтобы попить кофе, либо чай. Кстати, кофе я хожу попить. Вообще, не пью сейчас кофе уже. Последнюю неделю точно. Берешь бокал, чтобы попить чай, допустим, либо еще воды просто, и этот бокал имеет сторонний запах, запах химии. Это не очень хорошо, и поэтому, как я сказал, ручками, ручками, моим ручками. Все ручками. Как раньше, да, тратится больше воды, я это понимаю прекрасно. Вода тратится, но не нужно экономить на своем здоровье. Потому что здоровье все-таки у нас важнее, чем трата воды, трата отопления. Я знаю, что многие сидят, допустим, в квартирах зимой, когда холодно, мерзнут, не включают отопление. Мы такое не делаем. Лучше мы заплатим-переплатим, но мерзнуть не будем. Так как, я сказал, здоровье важнее. И на здоровье не надо экономить. Вот в этом плане здоровья у нас нет никакой экономии в нашей семье. Вы уже сами могли заметить. Фитнес стоит денег. Отопление стоит денег, мы не сидим, не мерзнем. Ну и чистая посуда без привкуса моющего средства тоже стоит денег, потому что нужно ее мыть под проточной водой. Не так, чтобы там струечку маленькую пускать. Нет, именно под проточной водой надо мыть. Это самое главное. Так, мне остается помыть буквально еще 2-3 бокала. И все. У меня посуда вся закончится. Я уже буду молодец сегодня, что выполнил это задание. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, да? Да. И именно так и есть. Ну что, последний бокальчик. И все. Все. Так, все, вода выключается. Берется полотенце, руки вытираются, посуда вытирается, все складывается сейчас в шкафчик. И на первое, что я должен, то есть первое, то, что я сегодня должен был запланировал, на сегодняшний день я уже выполнил. Сейчас еще одновременно поставлю стирку стираться. Одновременно с уборкой по дому я еще параллельно делаю одно из важных дел. Так как мой канал сейчас набирает популярность и количество подписчиков растет, количество просмотров растет, мне уже рекламодатели начинают присылать заявочки на размещение рекламы. Но не все заявочки принимаются мной, только интересные, действительно те, которые будут полезны не только мне, но и вам. И вот сейчас я списываюсь с одним из рекламодателей, который предлагает прорекламировать его услугу, его сервис в моем видео. И как раз попадает под то, что я хотел использовать подобного рода сервис для своей как бы личной нужды. И что это за сервис, и что это за рекламодатель, вы потом увидите в дальнейшем моем видео, потому что ну, я буду сам лично пользоваться, и на моем примере потом вы, если захотите, тоже можете будете воспользоваться этим сервисом. Так что все узнаете потом, в ближайшее время. Не могу сказать, что это будет сегодня, может быть, это будет завтра, послезавтра, но это будет в ближайшее время. Так что все идет
Отлично, и уборка по дому, и переписка. Плюс еще сегодня мне нужно было позвонить на таможню в Лейпциг. Там лежит посылка, которая была заказана мной с Алиэкспресса, и нужно было им прислать через email воротнахвайс, то есть доказательство цены этого товара. Я утром с ними рано созвонился, спросил, что мне нужно прислать в качестве воротнахвайса. Они мне сказали, что можно сделать скриншот с заказом, где указана цена и трек-номер. Все это я сделал, отослал им. И вот буквально сейчас, минуту-две назад, я созвонился опять с таможней в Лейпциге и спросил, достаточно ли того, что я им прислал. Они посмотрели, сказали, да, достаточно, теперь я буду ждать заказанный мною товар у себя в почтовом ящике. Так что это бывает, иногда случается, не всегда, но случается, когда нужно делать вот такое, типа, такого рода подтверждение. У меня были случаи, когда нужно было доплачивать за растаможку товара. Здесь я думаю, что не нужно будет доплачивать, просто нужно было предоставить им вертнахвайс, то есть стоимость, какая есть товара, так как отправитель из Китая, продавец, не указал стоимость товара. Указано было. Из-за этого вся вот такая получилась мышиная возня вокруг этой посылки. А я пошел убираться дальше, я еще не закончил. Итак, сейчас сижу опять за компьютером и выполняю следующее как бы задание для себя. Я нашел информацию по ALGA2, по получению пособия, какие изменения произошли в 2019 году с 1 января. Я вообще искал другую информацию, но наткнулся на эту, я решил ее распечатать, решил для себя перевести, сейчас буду делать видео. Но хотел рассказать не об этом. Хотел сказать о следующем. Сейчас я получил посылку, сейчас вот покажу, вот она посылка. Мы заказывали в Отто, и на заказывала себе посылку. Посылка пришла с почты Hermes, и когда позвонил почтальон, я вышел, и он очень с легкостью произнес мою фамилию, Алексей Артамонов. Я думаю, окей, что-то здесь не так. И я у него в этот момент спрашиваю, говорит по-русски? То есть по-русски я сказал. Он говорит, да, конечно. И он обрадовался тому, что услышал родной русский язык, и начал немножко, ну, жаловаться на немцев, которые не хотят, допустим, у меня нет дома, и они хотят брать за меня посылку. Говорит, я не понимаю таких людей. Говорит, они все равно же дома сидят, бабушки, дедушки, почему они не хотят взять? Говорит, я иногда, говорит, даже им предлагаю, типа, на чай 2 евро возьмите и возьмите посылки, потому что, говорит, у меня там для одной женщины уже неделю посылки катаются, не могу никому отдать. То есть это был такой короткий разговор, потом мы с ним попрощались, я ему пожелал всего хорошего, у меня тоже всего хорошего, и все, убежал. Так что Hermes, русскоговорящие почтальоны. Итак, сейчас я наконец-то выбрался из дома, было что-то сегодня очень много бумажной волокиты, и иду на автобус, так как у меня сегодня термин уже в центре, и плюс перед этим термином мне нужно сделать еще пару важных дел, отправить пару писем во Фрид. А, кстати, сейчас еще Глебу заказал дополнительные тетради рабочие, нужно было, потому что все исписал. Сбегал на почту и сейчас иду в джоб-центр. Итак, я сейчас пришел ровно на час раньше сюда, в джоб-центр, потому что мне нужно узнать кое-что. Информировали ли шефиню о том, что у меня раньше будет термин, либо не информировали, либо это очередная хитрость Frau X. Поэтому я пусть пораньше здесь буду. Сейчас я с этим разберусь и уже потом буду спокойно здесь ждать. Ну что, джоб-центр, прощай. Все, закончилась наша история с тобой. Все, я отдал все документы на обмельдунг. Мне объяснили по поводу того, что сделано правильно, что неправильно. Действительно, действительно, Frau X, кстати говоря, она сегодня на больничном, она не захотела меня видеть. И была начальница, со мной беседовала. Вот, и как бы она мне все объяснила, я ей показала, где ошибки этой Frau X. Она посмотрела, ужаснула и сказала, говорит, я извиняюсь перед вами, но, говорит, я сама лично не набираю сотрудников на работу, и поэтому не могу нести ответственность за тех сотрудников, которые выполняют свою работу неверно и неправильно. Все, как я сказал, я все отдал, теперь с 1 марта официально мы независимы от джоб-центра. Все, мы больше денег никаких вообще не будем получать. Получили последний раз, и все. Больше не будем. А еще хотел вам сказать, что я довольно-таки... Вот сейчас я просто вспоминаю, как я себя там вел.
у начальницы в кабинете, я довольно агрессивно себя вел. Я бросался ручками на стол, говоря, что я имею очень много стресса от фрау Икс, которая у нас императрин, что она по математике, я так и сказал, что она по математике, наверное, имеет нота фюнф, либо нота зекс, если она не может посчитать. И начальница так на меня посмотрит, скажет, блин, иностранец, а еще это возмущается. Ну, действительно, там вообще был ужас какой-то. Как она могла так посчитать? Как? Даже начальница была в шоке, как она так могла посчитать. Поэтому я был довольно-таки в агрессивном настроении. Сказал, что у меня очень много стресса, очень много стресса. Я довольно-таки громко разговаривал, что на меня очень не похоже. Но это была та ситуация, когда нужно было так себя вести. Честно, нужно. И вот сейчас у меня еще внутри все трясет. Просто это вот от стресса от этого. Но она меня как бы так спокойно со мной поговорила. Спокойно мне все объяснила. Сказала, что она видит, какие ошибки у этой фрау Икс. То, что она сделала пометочки. И так как она на больничной. Да, она на больничной. Она заболела резко. Она передает дело другому оператору, который будет заниматься нашим делом. И на следующей неделе я должен получить бэшайт. Плюс я еще должен получить бэшайт по возврату денег. То есть как бы этот фрау Икс сам насчитал, что еще я должен заплатить приблизительно 280 евро за то, что покупал тикеты эти, билеты проездные в школу за весь год, за 2018. Она сказала, что рассмотрит в позитивном плане этот вопрос, и, скорее всего, не нужно будет мне ничего платить, либо, говорит, там, может быть, маленькая сумма будет, но будет рассмотрено все в позитивном для меня варианте. Это классно. Итак, сейчас я иду на железнодорожный вокзал, Инна тоже подъедет туда сейчас буквально через 10 минут, мне минут 5 идти до железнодорожного вокзала, мы с ней там встретимся, поэтому поедем вместе на автобусе, то есть я с ней поговорил, мы решили так, что поедем вместе на автобусе. Еще хотел сказать, что меня вообще очень сложно вывести из себя, очень сложно, то есть я очень спокойный человек, но этой замечательной женщине, фрау Икс, удалось это сделать. Она выполняет свою работу на 300%. То есть она делает все то, для того, чтобы было как можно меньше безработных у нас в городе Апольда. Я сейчас это понимаю, да, что она делает все. То есть этот человек наняли именно для того, чтобы она выполняла нужную для джоб-центра работу. Все, я отзанимался, сейчас я иду домой, время у нас 10:30, и когда я пришел сюда, здесь были люди, эти были два мужика, которые постоянно попадаются мне вечером, они где-то были, как всегда, до 9:30, и этот дедушка был, он то есть ходит сейчас в то же время практически, что и я, и почему так ходит, потому что я показываю, как работают некоторые гареты ему, на которых сам занимаюсь, и он сегодня даже попытался поднять две гантельки по 12,5 килограмм, но больше, чем наполовину, даже не наполовину, а просто больше, чем с пола до пояса, он их не смог поднять. Но он пытается, и он тоже ушел где-то минут 15 только назад. Да, минут 15, 22:15 он ушел. Сейчас, как я сказал, время 22:30. Я уже отзанимался, сегодня сделал акцент на кардио занятия, на ноги. И немножко руки. То есть вчера, если было много руки, то сегодня ноги, кардио у меня больше. Все, на этом сегодняшний влог буду заканчивать. Желаю вам всего доброго, всего хорошего. Смотрите мои новые влоги. И всем без бальт. Чусь.